Для системы безналичной оплаты заключен договор с социальными системами, которые установили нам валидаторы на наши новые вагоны. Пассажиры могут подойти к валидатору и просто приложить карту, которая покажет, что прошла оплата. Если, например, у людей вот не сработало, или они дважды или трижды оплатили, то Мувла трамвай при подтверждении банковского выписки готов возмещать сумму, которую они оплатили, например, два раза. Валидатор может не сработать, потому что оплата приходит не на телефон не сразу, а через какое-то время.